Год назад началась грузинская сказка Иван и Милай. В Грузии Иванна стала известна сперва в качестве ведущей на одном из грузинских каналов. А что мне делать? Ничего, попробовать можно? У нас крутые мужики, ты красавица, родишь прекрасную грузинку. И реально только что подарили 10 мужских маек. Зачем они мне, я не понимаю, но я их взяла. У них твели, они виноград едят. Иване предстояло узнать поближе своих грузинских коллег, этих вспыльчивых, эмоциональных людей. Все регионы в Грузии очень разные. Вы заколебали. Довериться своей команде и научиться принимать их критику было нелегко, как признается сама Иванна. Но именно их совместная работа привела Ивану к популярности в Грузии. За признанием последовали фотосессии для самых популярных журналов страны. Ух ты! Просто чтобы стоят, то есть комсомольские фотографии. Конечно. Для освещения я специально поставил, это для подчеркивания вот этих контуров и волос. Поэтому это идет эти фактуры, понимаешь, короче. Сейчас целый акцент я хочу на твое выражение лица сделать и на глаза. Контракт с Иваной – это очень престижно для нас, потому что она очень популярная и ведущая, и певица, и для нас это очень хорошо с ней сотрудничать. Во-вторых, сама фотосессия очень хорошо идет, она очень талантливый человек, нам очень легко с ней работать, и она очень профессионально все это делает. Сколько труда и кропотливой работы требуется, чтобы в кадре появилась красивая эффектная картинка, а зритель не заскучал. Фотосессия тоже очень удачная получается, и я думаю, что кто увидит эти фотографии, всем понравятся эти фотографии. Клево! Супер! Enjoy with us. Вскоре последовали и приглашения на самые популярные грузинские ток-шоу. Ивана Милай. Добрый вечер! Добрый вечер!
Главное спасибо, что вы согласились принимать участие. Спасибо. Пойдемте, огромное. Посплетничали. Пойдемте. Ивана, у вас очень интересная история. Вы живете в Грузию. Да. Это случилось под Новый год, когда вы первый раз приехали в нашу страну. На Рождество, если быть точнее. На Рождество, да. Да. И потом решили здесь остаться. Да. Всех интересует, почему? Потому что мне не хватало чего-то в последнее время в Киеве. А чего не хватало? А вот конкретно слово не подобрать к этому чувству. Вот есть чувство, когда ты не заполненный внутри. И вот чего-то не хватает. Но что это конкретно, я не понимала. Я это поняла, когда я посетила Тбилиси. Журналисты задавали самые разные вопросы, порой весьма провокационные. Я смотрел вашу передачу на нашем канале, музыкальную клику, где вы почти что разделись перед камерами. Что они делают, грузинские певцы? Они очень стесняются это делать. Поднять майку, когда тебе жарко от света на съемочной площадке, это раздеться у вас в Грузии? Но вы все-таки считаете, что смелые решения принимаете? Несмотря на то, что в Украине я очень часто... можно встретить мое имя там, в разных мужских журналах, там, в десятке самых сексуальных женщин страны, и, там, я не знаю, вплоть до обложки Пентхауса. Это не значит, что я раздеваюсь полностью для чего-то. Это все очень эстетично и красиво. И считаю, что женское тело, красивое женское тело, которое рисовали великие художники когда-то, его не нужно забывать сейчас. То, что мы одели джинсы и одели рубашки и косим под вас чуваков, это не значит, что на самом деле мы некрасивые. У нас очень красивые тела, и я думаю, что нам, женщинам, есть чем гордиться. Здравствуйте. Журналисты вообще люди любимый народ. Их интересует и личная жизнь певицы, и ее творчество, и ее родная страна, Украина. У нас в Закарпатье, на Западной Украине, где Карпатские горы, люди переодеваются в костюмы ангелов, чертика, какой-то бабушки-гадалки, там, цыганки. Носят с собой такую сделанную специальную маленькую церковь, как будто Бетлегем, где родился Иисус Христос. И вот с этими пожеланиями, песнями они ходят от одного дома до другого. Это мое детство, это те традиции, которые сумели сохранить люди сегодня. И то, что бы я очень хотела бы и пожелала бы, как Грузии, в Гурии, да? Да, также и Закарпатье, и всей Украине, чтобы эти традиции сохранились. Она очка прилит слеза. Коса моя розплетена, її подружка розплела, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась. Церемония награждения радиостанции «Голос Абхазии». Итоги года. Лучшие и самые востребованные. Народные и хитовые композиции. Исполнители с рейтингом. Среди заслуживших почетное звание «Хит года» заводная песня украинской поп-дивы Иванны Милай и грузинских певцов Датун Имгеладзе и Надико Татишвили. Пока украинская красавица, модель и телеведущая праздновала Новый год и проводила концерты в родном Киеве, ее выбирали грузинские радиослушатели. Очень жаль, что я не смогла присутствовать на награждении. Мне очень хотелось. Но в Украине сейчас концерты. Зато мы как раз узнали об этом, сидя за столом, и все отпраздновали. И для моих родителей, и для всех моих родных и близких, друзей. Это было большое счастье. Enjoy with us. Съемки клипа – это не только песня. Это еще и подбор костюмов, макияжа, а также декораций. В этом нам помог великолепный мебельный салон Муба Хоум. Режиссер выбрал белоснежный диван и перламутровое кресло. Мебель доставили прямо на съемочную площадку.
привет, дорогие друзья! Сегодня вы увидите, что такое настоящий бэкстейдж. Поэтому я сделаю маленькую экскурсию, чтобы вы понимали, что происходит на съемках моего клипа и моих грузинских друзей. Это Датуна и Нодеку, красная машина, которую вы все наверняка помните еще со съемок нашего промо для программы с Иваной Милай. Это мой продюсер. Продюсер программы с Иваной Милай. Привет, Георгий. Привет тебе. Как тебе съемки клипа? Ну, я думаю, что все супер. Я тоже так думаю. Мой замечательный визажист, которого я открыла для себя. Зовут его Ладо. Привет. Это моя подруга, самая близкая, самая родная Нина. Привет, Ивана. Она не только помогала как второй продюсер программы, как пиарщик, она помогала как подруга, она помогала как человек. Это Сандро. Это наш оператор, который снимал промо для нашей программы, и сейчас он снимает клип. Это мой любимый режиссер. И не только мною любимый, я думаю, он любимый всеми грузинскими артистами, и не только, Заза Урашвили. Приятно мне быть рядом с тобой, работать сейчас вместе с тобой. Вот так случилось у меня в жизни, что я наконец-то встретила самых важных людей в моем творчестве, с которыми у меня получается замечательный тандем. Грузия это все сделала. В Грузии вот живут эти замечательные люди. На секунду встань, макияж посмотрим. Привет. Я готовлюсь. Да. Ты готовишься, молодец. Я очень рада, что ты готовишься. Нодеку, как вы видите, очень симпатичный парень, и как вы понимаете, именно поэтому я его выбрала. Ладно, шутка. Он очень талантливый в придачу и очень хороший человек, профессиональный артист. Его точно так же признала Грузия, и он очень популярен. И
Наша песня уже была на первых строчках хит-парада, да? Есть сейчас тоже. И есть тоже. Нашу песню уже признали, так что хит «Мама, а я люблю грузина» скоро, вот-вот уже скоро превратится в прекрасную визуализацию в виде клипа, который вы все сможете увидеть. Так мы снимаем этот клип. Мы начали в 10 часов вечера, закончили в 11 часов утра. Никто не спал. В 6 часов вечера снова все были уже здесь, все готовились. И вот сейчас, который час сейчас, ребят? Большое спасибо Иване. Именно ее профессионализм стал причиной того, что съемки клипа осуществились. И после двух бессонных ночей мы снова готовы к работе. Мы с Датуной давно работаем вместе, к тому же мы друзья. И как-то так сложилось, что в работе наше общество украшают красивые женщины. Шорен Бегашвили, Майя Асетьяни, а теперь Ивана. Она хороший человек, мне нравится с ней работать. Получилось такое украинско-грузинское трио. Песня определенно будет хитом, она легко запоминается. И я очень рад, что режиссер клипа Заза Урашвили. Мне все его работы нравятся, и съемочная группа у нас превосходная. Тебя не смущает, что она вот так? Слушай, надо еще сейчас смотреть. Поверь, никто на плечо смотреть не будет. Молодчинка. Очень огромный кайф, когда ты работаешь с самыми лучшими. Когда ты, у тебя появляется возможность стремиться еще к чему-то лучшему. Потому что даже здесь, находясь, мы уже знаем, что мы будем делать дальше. Каждый раз люди почему-то удивляются, да, когда видят что-то такое жизненное. А вот у нее там так, а в кадре у нее вот так вот. Это все постпродакшн или фотошоп, или как это называется. Здесь все реально. И вот я бы хотела еще вспомнить о реальных людях, которые сегодня даже не присутствуют здесь, потому что они не то что за кадром, они за кадром. Это Сана Студия, это Борико, который написал аранжировку к этой песне. Это Майя Качикачишвили. Сегодня уже второй день съемок. Я уверен, что результат нашей работы понравится зрителю. Режиссеру клипа Зазе Урашвили мы доверяем полностью, что называется, закрытыми глазами. А с Иваной работать одно удовольствие. Она профессионал своего дела, знает точно, что делает, и всегда приходит на съемку подготовленной. Она образец для подражания. Группа. Мы предварительно сделали все, чтобы хорошо подготовиться для этой съемки. Меня обнадеживает то, что Ивана выкладывается до конца, и приятно мне абсолютно с ней работать. Мальчики, это Нотико и Татуна, они стараются не отставать от нее и тоже выкладываются до конца. Все это создает условия те, что итог работы у нас, скорее всего, будет очень хорошим. Мы надеемся на оптимальную оценку со стороны зрителей. Ну, салаба, вот, ну, давай, пенатхо.
Ану стилистик ану ардай, у вас есть рогор сцена сави, типа студия сави, то есть сави сей. Ан, лабовый ундекос, ан именно профиль ундекос. Красная машина, которую вы все наверняка помните еще со съемок нашего промо для программы с Иваной Милай. Поэтому я полюбила эту машину, честно говоря, я даже шутила, говорила, что коль уж она уже снимается у меня и в клипе, она такая известная, она уже должна принадлежать мне. Сандро, эти крупные года на выбор, да. Знаешь, как я такой? Знаешь, как я такой? Хорошо, мне нравится. Да? Ай, хорошо, молодец. Мне понравилось. Снята мадлоба демонтаж. Мадлоба ойлас. В завершение своего сюжета я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые пишут мне Facebook, который пишет мне на мой сайт ivanamilay.com. Я хочу поблагодарить телеканал ПИК, который поддерживает меня, который дает мне возможность делать и воплощать в жизнь то, о чем я мечтала. И я очень надеюсь, что клип Иваны Милай, то бишь меня, Датуны и Нодико, на песню «Мама, а я люблю грузина», которую написала Майя Качкачишвили в совместности со мной, обязательно вам понравится. И я просто хочу, чтобы у вас хотя бы немножечко при просмотре этого клипа поднялось настроение. Когда режиссер показывает вот так, это многое значит. Да, только меня нет.